А вот этот вот человек, это Александр Данилович. Мне-то он рассказывает всегда, что он бегает. На самом-то деле мы же видим. Ага, заметил камеру и побежал. Так. Однако все было зафиксировано. И то, что вы сошли с дистанции, Александр Данилович. Прислал бы фото, да. Так. Давай. Че ты говоришь? Прислал бы фото. Ну, естественно, пришлю. Ну, как давай, ты? Давай. Ну, так хочу еще. Я, естественно. Ну, как? Нормально. Нормально, да? Сегодня рысцой, да. А, сейчас. А я решил сегодня не бегать. А я в тот раз прошелся пешком, то у меня болело.